Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. И пока у нас готовятся новые ролики по сборке 417 мотора на УАЗ, а также видео по обслуживанию снегоходов, прошу оценить работу одной из разновидностей 421 мотора с древним впускным коллектором на ГА-69 от Капиталиного в свободное время. Уже обкатывали, да? Да, это обкатывали.